Джорджик дал свое редчайшее выступление в Америке, и в частности в Нассау, куда приехал Джон, и для того, чтобы послушать, в частности, «In My Life». Джорджик сделал «In My Life» весь Джона с Робосовым. И они встретились после концерта за кулисами, обнялись. И они по-прежнему оставались братьями. А Джордж был вообще такой самой примиряющей фигурой, по-моему, у них в ансамбле всегда, если какие-то... Они все играли роли, все играли роли. Они, когда им хотелось, они были вместе. Когда они не хотели, например, Поль Маккартни взял и Yesterday записал без остальных Битлов, никто же на него не обиделся. Потом они снова собрались вместе и продолжали записываться. И таких моментов на самом деле было очень много. Вот это один из таких моментов, когда из четырех Битлов только два Битла были вместе. И это было именно 16 декабря в Нассау, это город в Америке, в 1974 году. Джордж исполнил на этом концерте Джордж исполнил целых 14 вещей своих. Это, собственно, это альбом. Это целый альбом, можно сказать. И, в частности, вот я повторяю, было очень приятно нам, фанам, услышать «In My Life» в трактовке Джорджа. Да. Здорово отличалась. Она как была, как бы Джордж сделал другую вещь. И если бы я не был бы фаном Битлз, я бы ее не узнал, вообще, честно говоря. Более того, Джордж даже изменил одну строчку. Если Джон поет «In My Life», «I love you more», помните, там в конце он поет, то Джордж поет «In My Life», «I love God more». Ну, понятно. Поставил главное слово – год. Здорово. Спасибо.